Всем привет-привет! Продолжаем рубрику Ford Sierra. Жаль, что немножко есть такое разочарование. Очень мало просмотров. Даже те, кто интересуется моделями, ко мне не заглядывают, если нет поддержки людей, которые в принципе не заинтересованы в моделях. Без их поддержки как бы и нет просмотров. Ну, ладно, может когда-нибудь кто-нибудь захочет посмотреть модели не только мои, а просто как модель, может быть, кого-то заинтересует. Ну, вот такая модель Форда Сьерра. Ну, как мог, сделал. Была она очень поцарапанная. Побитая, сильно побитый низ, дно, то есть. В общем, покрасил все. Несколько дней, конечно, с ней провозился. Мелочевка там замучила подкрашивать, подрихтовывать. Ну, а так, вроде как бы, я вполне доволен этой моделькой. Хотя многие не очень как бы расположены к, ну, к самой форме, так сказать, передок без радиатора и все такое. Ну, есть, наверное, у людей плохое мнение о этой машинке, но это очень замечательная модель с очень интересной историей. Смотрите фотографии Ford Sierra. Пока-пока.